Более 80 человек погибли в результате двух взрывов в Нигерии. Инциденты произошли в штате Кадуна в северной части страны. Как сообщают местные СМИ, террорист-смертник совершил нападение на конвой представителей мусульманского духовенства. Позже еще одна бомба взорвалась на рыночной площади в одном из населенных пунктов штата. Ответственность за инциденты пока никто на себя не взял. К слову, в северной части Нигерии действуют несколько враждующих радикальных группировок. Наиболее опасная среди них – это Боко Харам. Она ведет войну за создание на севере страны государства, основанного на законах шариата.